компания Rockstar Games наконец решилась на официальный анонс выхода Red Dead Redemption 2 на ПК с датой выхода и другими подробностями. На официальном сайте Rockstar Games появился анонс версии Red Dead Redemption 2 для PC. Вестерн можно будет купить в Epic Games Store, Humble Store, а также в новом собственном лаунчере компании. Релиз состоится 5 ноября. А предварительный заказ будет открыт 9 октября. За предварительный заказ через Rockstar Games лонча до 22 октября игроки получат дополнительные деньги, карту сокровищ, боевую лошадь, набор выживания для сюжетного режима и 50 золотых слитков для онлайн-режима. Кроме того, в подарок можно будет выбрать две игры из 6 GTA 3 и GTA Vice City, GTA San Andreas, Bully, Noir и Max Payne 3. Red Dead Redemption 2 будет первой игрой вестерн франшизы Rockstar Games, которая выйдет на PC. Разработчики обещают большое количество графических и технических улучшений для Red Dead Redemption 2 на ПК вместе с дополнительными миссиями из серии «Охота за головами», новым оружием, лагерями банд и прочими расширениями геймплея. Владельцы PC получат доступ к онлайн-режиму со всем тем контентом, который успел выйти на консолях. Подробности издания Red Dead Redemption 2 на PC будут раскрыты 9 октября вместе со стартом предзаказа, первыми скриншотами и системными требованиями. Дата выхода Red Dead Redemption 2 на ПК назначена на 5 ноября. Сейчас вестерн доступен на консолях Xbox One и PS4. Red Dead Redemption 2 также выйдет в стартовой линейке игр сервиса Google Stadia. Выход Red Dead Redemption 2 в Steam запланирован на декабрь.